Всем привет. Это Антон Лугин. Игорь Асанов. И поскольку с нами сегодня Игорь, можно было догадаться, что марафон у нас сегодня не очень обычный. Да? Сегодняшний марафон посвящен игре Need for Speed Hot Pursuit 2010 года. Это долгожданный перезапуск самой популярной серии автогонок в истории. И, наверное, никто из нас, из вас не ожидал, насколько этот перезапуск будет именно перезапуском, насколько это будет одновременно возвращение к корням и насколько прорыв вперед. И просто-напросто игра, которая удивила нас всех. Мы вот готовы поспорить сейчас с Игорем, что никто из вас вот даже не понимает, что такое Hot Pursuit. Глядя на все ролики, глядя на все дневники разработчиков, ну, реально... Да, можно было подумать, что они готовят как максимум HD-ремейк классического Need for Speed. Да, там с какой-то там привернутой сетевой функциональностью. Да, и красивыми трассами. Да, на деле все оказалось несколько иначе. Первое, к чему нужно приготовиться, это то, что новый Need for Speed, если вот у вас дома нету интернета вообще, да, новый Need for Speed вам... Совершенно бесполезен. Да, он вам вообще не понравится. То есть это реально будет такое возвращение в 90-е, то есть в игре реально, наверное, нет ничего. Это игра, которая одновременно напоминает все классические Need for Speed вместе взятые. С достаточно красивыми, но обычными трассами, с теми же самыми фактически машинами, которые были в прошлых играх серии. Вдобавок, эта игра, она вот, в общем-то, реально отбросила все привычные признаки Need for Speed. То есть это такой какой-то гламур, это адские стильные ролики, звериные такие. То есть она прям вот почти игнорирует стиль последних Need for Speed'ов. В этом смысле Hot Pursuit, он возвращается к простоте 90-х годов. Если вы помните, все гонки тех лет, они были лишены всего того, чего мы привыкли в последние годы. То есть там было очень мало вот всяких заставочных роликов, там не было никогда сюжета или какой-то там сложной карьеры. Так вот в этом смысле Hot Pursuit, это буквально возвращение в 90-е годы. Но при этом это также возвращение в 90-е по геймплею, потому что Hot Pursuit очень, действительно, очень интересные, очень сильные противники, с ними интересно играть. Они не просто там по какой-то едут, да, накатанной линии, да, и прочее. Они действительно с тобой борются, тебе с ними интересно. То есть геймплея масса, геймплей глубокий, машины между собой очень сильно отличаются. На самом деле, что меня всегда бесило последние, да, годы, то, что гонки, они превратились вот с режимами карьерами, потеряли сам процесс. Да, они стали слишком избыточными. Тебе не настолько уже интересно было ездить в каждой, да, гонке, вот практически просто. Чтобы у них просто стал слишком высокий порог вхождения. Чтобы освоиться в любой гонке, нужно было потратить к минимум полчаса на возню с настройками, на выбор машины, на тюнинг. В Need for Speed всего этого нет. В ней начинаешь ехать, грубо говоря, с первой же минуты. Да, и вот где-то начиная там, да, с Hot Pursuit 2, да, и на Underground, да, Need for Speed, вот, ну, он превратился весь от самого процесса гонки, да, крутого, в получение каких-то плюшек, апгрейд машины, там, типа, новый бампер, вот это все, оно как бы вытеснило, да, сам смысл гонки. Да, эта игра стала о жизни, я не знаю, стрит-рейсеров, гонщиков и о чем угодно, но не о самих гонках. Конечно, мы сейчас не говорим про вот прошлогодний Shift, который был совсем не Need for Speed, да, это понятно, но мы вот говорим про генеральную линию. И тут... Конечно, Hot Pursuit, он возвращает нам действительно ощущение настоящей гонки, геймплея сильного. Но при этом, да, парадокс. Нас приучили за эти годы ожидать от сингловой игры как раз всех этих плюшек. Да, и когда мы не находим их в Hot Pursuit, то это оказывается небольшим сюрпризом. Да, и таким, скорее, неприятным. То есть ты понимаешь, что ты уже привык все эти плюшки получать. И это все, конечно, очень разочаровывает. И ты понимаешь, что, ну, по современным стандартам, вот такое вот смену возвращения к 90-м, ты понимаешь, что в сингле эту игру ты даже оценить тоже не можешь, потому что тебе все это уже, ты уже привык, тебе этого не хватает, и ты такой, да, это максимум 7 баллов. Да, то есть такое вот ощущение. Вот реально, первое, к чему вам надо приготовиться, что если у вас нет интернета дома, и вы сядете играть в Hot Pursuit, это будет разочарование, и максимум игра вот 7-бальная. При том, что в ней все равно глубокий геймплей и так далее, да, и в нее интересно ездить. Да, и при том, что это одна из самых красивых гонок последних лет. Уровень Burnout Paradise, ну, на чем движке она построена, он превзойден натурально раза в 3. Но удивительное происходит тогда, когда ваш компьютер или консоль, да, подключены к интернету. Мы не говорим не только про сетевую игру, да, сетевая игра в Hot Pursuit, она прекрасна. Но также разработчики здесь сделали действительно очень большую революцию в сетевой именно составляющей, даже для одиночной игры. Да, начать с того, что игра при запуске, она первым делом предлагает вам просто залогиниться, но об этом мы поговорим чуть позже. Да, сейчас несколько слов о том, как будет проходить наш марафон. Как мы говорили, ну, бессмысленно делать марафон по такой игре, да, как бы, как Hot Pursuit, просто в традиционном
понимании, да, это что мы будем показывать одну трассу, другую, другой режим, но это не сильно интересно, это понятно. Но это тоже, безусловно, будет, но на этом все не ограничится. Всю неделю мы будем вас всячески развлекать. На сайте Игромания.ру вас всю неделю будет ждать множество материалов по игре, включая, конечно же, рецензию. На стороне Видеомании, конечно же, будет масса геймплейных роликов, конечно же, будут все трейлеры, дневники разработчиков, но это не все. Во-первых, мы делаем две части марафона, и это будут необычные части. Да? В первой мы просто расскажем про игру, а во второй части мы уже больше посвятим сетевой составляющей, но это не главное. Главное то, что вот несколько дней назад мы с Игорем гоняли по сети с самими разработчиками игры. И со всей мировой прессой. И, конечно же, записали все это на видео, и, в общем, нам будет что показать из настоящих мультиплеерных матчей, несмотря на то, что играли мы почти за месяц до выхода игры. Да, но все равно очень здорово повеселились, повыбивали друг друга в кювет, даже обогнали самих разработчиков игры. Так что засадим его в бампер. Но это, конечно же, не все. Мы еще, правда, не решили, мы покажем там сюжет целиком или покажем его часть, но вот обещанный сюжет с настоящими вертолетами и Феррари. То есть, по сути, настоящий Need for Speed Hot Pursuit такой, каким бы он выглядел в реальной жизни. Также 16 числа будет старт продаж NFS. Что интересно, да, там будет 12 центральных магазинов запуска Need for Speed Day. И в каждом из них будет присутствовать своя модель с официального календаря Need for Speed, так что все желающие могут не только посмотреть, но и пощупать. В общем, вы поняли, всю неделю нового Игромания.ру. Неделю все... Need for Speed. Да. Игра практически первая, что она предлагает сделать, да, после вот просто титров и нажатия старт баттона, она предлагает зарегистрироваться в Тамоге. И на самом деле, если вспомнить, разработчики самого первого ролика, самого первого тизера, говорили, какую игру, да, делали. В первом же ролике уже появлялись иконки игроков. Да, то есть все, одиночная игра, привычная, в смысле, это уже прошлый век. О, добро пожаловать в эпоху социальных сетей и в Тамоге. Но мы в Тамоге как бы регистрироваться пока не будем. Да, мы оставим это на следующую часть нашего марафона. Да, пока, в общем, покажем, что же здесь Need for Speed, да, представляет в плане машин, режимов. Welcome to Autolog, the connected heart of Need for Speed Hot Pursuit. Тем не менее, нам практически сразу начинают рекламировать автомог. Да, чтобы никто, вот любитель пропускать ролики при старте, даже не смог этого сделать. Вот, но мы сэкономим ваше время и сразу отправимся в карьеру. Seacrest County has become the ultimate place to speed. A playground for the most exotic cars and drivers in the world. But this is not a lawless place. Constant competition has led to the creation of the world's fastest police force, Seacrest County Speed Enforcement. The SCPD spare no expense to redline it all the way and make you pay. Every day, new drivers still show up and attempt to tame Seacrest County and outrun the law. The pursuit for the ultimate drive starts here. Which side are you on? Разработчики придумали странную историю, потому что есть некоторое место, где все ездят только на дорогих спортивных машинах. Да, против них, да, выстроили специальный отряд полиции, который тоже только на Бугатти Вайрон гоняет. Да, то есть это не сюжет, как бывало раньше в крупных частях. А просто они придумали, как еще раз использовать тизер, который они делали, CGI-ный. Да. И вот у нас сейчас доступно всего лишь две жалкие гонки. Одна за гонщика, вторая за полицию. Вот, и у вас как бы карьеры две делятся на полицейскую и гоночную. Вы рейтинги и уровни зарабатываете, ну, соответственно, проходя трассы. Здесь есть небольшой привет, собственно, Burnout Paradise, да, то есть всю территорию разработчики сразу нарисовали, но это не имеет вот такого ощущения, то есть нет... Да, вот то есть там невозможно поехать куда хочешь, там невозможно свернуть там на любой, кто понравится, поворот. Нет, ну, просто она разделена на такие вот отрезки. Ну, сейчас девушка нам объясняет. Голосом автомобильного дорожного навигатора объясняет нам, что нам сейчас предстоит делать. Entry in the Roadsters Reborn race event is confirmed. In this showcase event, you will unleash the true potential of the Roadster as you compete against other drivers in a race along the Seacrest County coast. Use your driving skills to outmaneuver the opposition and take a medal. Your reputation is measured in wanted levels. Currently, you are not registering much activity and are classed by the SCPD as a level 1 speeder. The greatest drivers win the races and outrun the law with style and are classified as level 20, most wanted.
Your daily activity is measured as bounty. The harder, faster, and more dangerously you drive, the more bounty you will earn. Win races, beat your rivals, and stay one step ahead of the cops to increase your wanted level and get access to new cars and entry into the toughest events. Your car is equipped with a race-spec Nitro system. Use this system to gain a rapid acceleration increase. Nitros will only charge if you drive dangerously. Drive in oncoming traffic lanes, near miss other vehicles, drift corners, and take shortcuts to gain the most nitros. То есть нам объясняют, главная система игры — это то, что, ну, в общем-то, все вам вертится вокруг баунти, вознаграждение за вашу голову. А зарабатывать ее можно многими способами, как обгоняя соперников. Открывая новые шоткаты. Достигая, например, самую высокую скорость среди своих соперников. Да, или в последний момент уворачиваясь там, от удара электронной пушки. Ну, о чем мы чуть попозже поговорим. Реально, в игре очень много всяких мелких наградочек, и на самом деле, ну, нет такого ощущения, что тебе очки зачисляют вот по какому-то расписанию. То да, есть... ну просто ни за что, да. За то, что играешь. На самом деле тут действительно придется очень много потрудиться, хотя бы для того, чтобы открыть следующую машину, потому что сейчас на старте у нас доступна только одна. Porsche Boxster. А что радует, вернулись энциклопедические коротенькие справочки к машинам. То есть это мелочь, но приятная, да, потому что Hot Pursuit первый, это была последняя игра, где действительно были справочки. Ну, еще были в этом Porsche Unleashed, конечно. Да, но... конечно, то есть Porsche Unleashed — это вообще отдельная история. Да, но это отдельная история, и все-таки там просто вся игра была построена вокруг истории Porsche. Ну, что касается машины, можно выбрать только вариант расцветки, то есть никаких винилов, никаких там... литых дисков. Да, вот это, на самом деле, не то чтобы я без этого жить не мог, но вот настолько ты к этому привык уже, да, нет, слишком, слишком приучили вот к такой вот мишуре за последние годы. Mm-hmm. Может, простота вот такая, родом из 90-х, она немножко ошарашивает сперва. Да, и вот с первых же поворотов, буквально дистанции, вот обращает внимание на себя, что физика машины, она стала не похожа абсолютно на все, что было раньше в Need for Speed. Ни на Need for Speed сам. Ни на Burnout. Ни на какой-то серьезный, да, симулятор. Нет, это вообще очень странная помесь. То есть, причем очень сильно зависит поведение от того, какую машину вы берете. То есть, например, есть Z4 взять, то есть Venda специально, где все противники на только BMW Z4 едут. И эта машина, она создана для дрифта. И это получается, что реально 10 машин едут, и все дрифтуют в повороте. И выглядит это как игра в Ridge Racer какой-то. Господи, да я же вроде в Need for Speed играю. Есть, например, система Nitro, да, она полностью взята из Бурнаута. Потому что набирать Nitro, играя за гонщика, можно только совершая пронарушения. То есть, например, если вы едете по встречной полосе, дрифтуете, ну, в общем... всякие шалости вытворяете. К сожалению, вида из кабины у нас здесь нету, который уже был в шифте или там в старых классических частях Need for Speed. Что немножко обидно, но с другой стороны, это все-таки аркадная гонка, так что по барабану. Мне вот, например, очень не нравится то, что здесь три вида камеры, и нельзя быстро, например, переключаться с вида с бампера на вид от третьего лица. Иногда, когда ты играешь с полицией, это надо. Но я бы не сказал, что новый Need for Speed, он как-то, да, вот, сносит башню Visuals. Да, но вот от уровня Burnout Paradise предыдущий игре коктейли. Он сильно отличается. Да, очень, конечно, далеко ушел. Лично мне, вот знаешь, что не хватает? Мне не хватает краски. Я вот очень люблю оригинальный Hot Pursuit за сочный, супер, знаешь, типа, нет таких красок нет в реальной жизни. А здесь все-таки больше к реальной жизни все приближено. Хотя опять намного лучше, чем во всех серых, розовых и прочих предыдущих Need for Speed'ах. И самое классное, вот я дико фрусь с этого, это то, что вернулись трассы, по сути, из первого Need for Speed. А то, что в последних играх называлось спринтом, но на самом деле это не то было. То есть это когда идет гонка от точки А до точки Б. Но здесь это реально гонка может идти 15 минут. И на самом деле это совсем другой, да, тип гонки получается. То, что у тебя реально гигантская дорога, огромное приключение с какими-то разными другими развилками. И у тебя уже даже вот, нет этого ощущения, что это какая-то вот короткая гонка, да? Да. А что ты вот с пацанами забился, едем из одного штака в другой, кто быстрее. Приятно, что
впервые с начала 90-х, по сути, да, мы вот этот концепт, он вернулся. Я не знаю, я бы на их месте сделал какой-нибудь DLC, где был бы режим вот чисто с другом, на не там минут 40, чтобы ехать, чтобы нужно на заправках было останавливаться. Ну, у меня конечно же, этого не будет, да, и слушать радио. Что? Ну, вы сейчас слышите, собственно, 30 Seconds to Mars, которая уже все уже давно сторчались по этой группе, да, вся молодежь. Безусловно, это, наверное, лучший альтернативный трек вот современном андеграунде, когда вот были альтернативные треки в Need for Speed. Это, наверное, лучший трек, который вот... Да, но, к сожалению, выдержать стиль до конца разработчикам не удалось, потому что саундтрек Hot Pursuit, он может быть хороший, качественный, но у него нет чего-то такого... Как помнишь, как в Hot Pursuit 2? Да. Да. Там был весь саундтрек, там были разные группы, но они были в едином стиле. Абсолютно в едином стиле. Я хотел слушать даже этот альбом отдельно от игры, то есть настолько он цеплял. Я что до сих пор делаю, у меня весь Hot Pursuit 2. Да, причем это были абсолютно неизвестны никому группы и настолько классная музыка, но здесь такого нет. Тем временем я уже успел нагнать далеко ушедших вперед конкурентов. Надо сказать, что ну, вот сейчас Игорь победил легко, да. Когда вы ездите первые трассы, на самом деле, как в предыдущих инфоспидах, интеллект очень сильно поддается. Реально, вы едете практически, состязаетесь всю гонку, ну, за милю до конца, сбрасывает скорость и дает тебе проехать вперед. Вон. Но, на самом деле, это длится очень недолго. Потом противники просто звереют. Это реально самый челленджевый такой Need for Speed, я не знаю, с каких времен. Да, то есть, как только мы вдруг решим, что нам тут все рады, как вдруг выясняется, что... Победить, прийти первым, это не так-то просто. Да, и это отличный момент, чтобы посмотреть, наконец-то, второй, даже, пожалуй, самый главный режим игры — это игру за позицию. You have been accepted into the ranks of the SCPD, the world's fastest speed enforcement unit. You begin your career as a rank 1 cadet with limited access to the department. The pinnacle of the speed enforcement unit are the rank 20 ultimate enforcers with access to any vehicle or pursuit resource required. Your career with the SCPD will be measured on your performance in the field. All of your actions are monitored and recorded in the system as bounty. The more bounty you are awarded during an active mission, the faster you will progress through the cop ranks. With each promotion, you will be granted further access into the SCPD, meaning access to new vehicles, equipment, and missions. Basic busting procedure is to bring the suspect to a halt or force the vehicle to stop with excessive damage. As an interceptor, you are authorized to use any available force to bring the suspect in. The objective is to bust the suspect in the shortest amount of time, minimizing impact on the population of Seacrest County. All interceptor response cars are fitted with an SCPD nitrous system. Use this system to give your vehicle a short burst of acceleration, enabling you to close the gap or impact the suspect with more force. If the suspect gets too far away, there will be a limited time to re-engage before the assignment is over. Stay close and stay sharp. Полиция у нас звериная, ездит только на спорткарах, ну и Crown Victoria. Правда, тут специальная версия Crown Victoria, специально сделанная для этого округа. Да, чтобы догонять Lamborghini на скорости 300 км в час. Понятно, что Crown Victoria в жизни так не ездит, хотя, кстати, машина очень мощная, говорят. Это американская классика. Да. Я бы с удовольствием ездил на такой по Москве. С надписью «Полиция». Кстати, не запрещено законом. Кстати, может быть, когда вот сейчас заведут законы полиции, и все, и хана. Да, ты нет. Не сможешь написать полиции. И в Штатах, между прочим, распродажа вот старых полицейских машин — это обычное дело. Да, немалая часть дохода вот их полицейских департаментов. Ну, потому что у них полицейские машины выглядят круто, а у нас ДПС, ну, мало кто купит. Шестерка. Реально, да, шестерка. Вот как раз у нас первая доступная полицейская машина — это как раз то, о чем мы говорили, это Ford Crown Victoria, это настоящий американец, V-образной восьмеркой, с рамой, кенгурятником. О чем вы можете прочитать в кратком описании историческом, и как она вообще поступила на службу, что с ней будут делать в ближайшее время, а ее собираются снимать и заменять новой моделью, потому что отслужил свое. Поэтому все истинные американские полисмены печали. Вот мы видим небольшой вступительный ролик, но на самом деле вообще с презентейшеном у игры довольно-таки все слабо. То есть вот этот ролик, он очень крутой, мне очень понравился сначала, я думал, вот дальше будет так же, а нифига. Ну то есть реально очень-очень в игре всего мало. Да, пример как Most Wanted, который очень здорово начинался, но потом как-то размазывался. Да даже не как Most Wanted, все-таки скорее как Shift, там тоже очень мало, там 3 ролика на всю игру. А в основном это геймплей. Эта игра вот, чисто геймплейная, здесь по сути голый каркас, здесь очень плохой презентейшн, здесь нет миллиарда роликов. Здесь, ну мы уже об этом говорили, здесь реально это вся игра, она заточена под мультиплеер, в сингле машет ручкой 90-м, то есть это все ради процесса, вы играете в гонку не для того, чтобы плюшек заслужить, прокачать тачку, а для того, чтобы получать удовольствие от самого процесса.
поначалу вот кажется очень странное решение. Здесь, чтобы поймать преступника, нужно 3 раза его ударить. Напомню, что в ход преступления нужно было 3 раза его поймать. Это было несколько другое. Да, но мне сейчас хватило всего лишь 2, потому что Mazda RX-8 против Crown Victoria — это не соперник, мягко говоря. Поэтому мы можем видеть сейчас модель повреждений игры, которая не дотягивает до бернаут. Но все равно красиво. Да, он позволяет, тем не менее, гнуть капот, то есть бить стекла. Главное, что нет вот этого ощущения деревянный автомобиль катится, да, вот как, и так далее, как раньше. Плюс тут еще, наконец, лицензионные машины, которые просто нельзя повреждать для основания. То есть требования от производителя. Каркас безопасности должен сдавать целым, как и гонщик внутри. Все остальное можно разрушать, отрывать сколько там души угодно. К системе, да, здесь действительно нужно 3 раза ударить машину, у нее будет критическое повреждение, и вы сможете ее арестовать. Немножко странное решение, кажется, когда так особенно в сингл играешь, да, то, что тебе приходится бортовать, но вот когда мы позже перейдем к мультиплееру, вы поймете, для чего это сделано. Это сделано для того, чтобы вот на протяжении всей гонки всем игрокам было, да, интересно. Было чем заняться. И был реально батл настоящий на дороге. Это вкратце режим игры за полицейского. На самом деле тут даже не все плюшки открыты, мы так просто начало показали немного. В целом, как устроена компания Hot Pursuit? Вы видите эту большую карту, она очень напоминает Burnout классический. У вас есть набор состязаний, да, набор гонок. На одной большой карте. Вы набираете плюшечки, за нее открываются новые соревнования. Машины постоянно открываются новые. Почти каждая машина существует в полицейском варианте еще, так что количество машин, которые не кажется слишком большим. Это правда очень напоминает Burnout, да. Причем не новые вот этот Paradise, который, а предыдущие, когда ты побеждал гонку, на тебе такую машинку. Вот здесь примерно такое же ощущение. То есть набрал достаточно очков, тебе сразу 3 машины могут дать новых. При этом постоянно есть какие-то превью-ивенты, так называемые, когда вы еще не заработали на крутую машину, но вам дают на ней покататься. Проще говоря, прикоснуться к тому, на что еще пока не можешь заработать. Да. Режимы игры за полицию и не полицию на самом деле очень похожи, но все-таки отличаются. Например, у полиции есть аналог гонки на время. Это Rapid Response, когда нужно выехать на вызов и за максимально быстрое количество времени успеть откликнуться. При этом за нарушение правил дорожного движения, за касание бордюра, за удар по мирным автомобилям даются штрафные секунды. То есть это вроде та же гонка на время, но вроде-то она сильно отличается, потому что тебя штрафуют постоянно, и тебе нужно ехать очень аккуратно, использовать все шоткаты и при этом, в общем, не сбивать машины мирных автовладельцев. Есть и простые гонки без полиции, и они, в принципе, тоже интересные. Да, в принципе, тоже интересные, только там уже не позволяют так уж резко толкаться боками, то есть это неинтересно просто делать. За толкание боками чаще всего ты сам себя наказываешь и остаешься позади остальных. Машина на самом деле достаточно традиционная для NeftoSpeed, то есть это весь цвет европейских, американских суперкаров. И японских тоже. Японские необходимы уже. На самом деле, я вот честно говоря, я когда ждал эту игру, я думал, а смогут ли они от японцев отказаться или не смогут? Потому что в ранних NeftoSpeed Японии не было. Была Toyota Supra. Ну, Toyota Supra и что? И дальше. И Mazda была в первой, и что? Ну, короче говоря, отказаться не смогли. Да. Поэтому тут есть Lancer, Evolution, есть Subaru Impreza, есть Nissan. Нет, правда, Ferrari. Да, которым, честно говоря, мы ждем, ну и лично я жду в DLC. Как уже было с Shift'ом, когда вот владельцы Xbox 360 получили DLC там спустя несколько месяцев с Ferrari. Вот, все остальные получили шиш. Надеемся, что в этот раз DLC выйдет на всех платформах. Важный момент с машинами – это то, что они реально по-разному управляются. Да, то есть, когда вы едете за рулем какой-нибудь полноприводной Subaru Impreza, она очень легко входит в занос, но при этом и очень трудно оттуда вытащить. Тут нужно учить именно особенности каждой машины. Да, и чем реально крутая вот одиночная компания, тем, что со временем ты понимаешь, что каждый ивент, он очень интересно построен. То есть, если тебе говорят, вот ты едешь на Z4, и все твои соперники тоже едут на Z4, это такие вот ружевские условия, с которыми ты должен мириться. А Z4 далеко не самый приятный автомобиль, на котором в NeftoSpeed вот как ездит, потому что это игра в Ridge Racer какая-то, да, получается, как я уже говорил. Постоянное движение боком. Да, реально уникально созданные условия, и ну тебе надо проходить. Да, еще маленькая деталь, которая становится заметной сразу, что все машины трафика, которые мы обгоняем,
во время гонок, которые мы встречаем, которые мы влезаемся, они тоже лицензионные абсолютно. Но, тем не менее, пока ты играешь в синглплеер, и ты не подключен к интернету, Need for Speed новый, он тебя не сильно-то развлекает. То есть все, что мы сейчас говорили, мы поняли, на самом деле, уже после того, как мы сначала поиграли в синглплеер, и на самом деле многие разочаровались в редакции. Эта игра успешно прикидывается таким HD-ремейком классики 10-летней давности. И, на самом деле, вот Игорь, он переписывал рецензию в журнал «Игромания», потому что автор, который я писал, да, он играл в синглплеер, и, к сожалению, очень много я ничего не увидел, и много чего неправильно оценил, поэтому, когда у нас появилась возможность играть с разработчиками мультиплеер, увидеть, как это работает, наше мнение абсолютно изменилось, поэтому, в общем-то, ничего из сказанного раньше, но уже не имело своей силы, и вот буквально перед сдачей номер в печать за пару дней пришлось все переделывать, все переоценивать. Правильно, то есть мнение Hot Pursuit кардинально изменилось. Ну вот, наверное, все, что можно было рассказать про синглплеер игры. Сейчас вы, в общем-то, понимаете немножко наши чувства, да, почему мы говорим, что сингли — это, в общем-то, 7 баллов. На самом деле, да, мы объяснили то, что и физическая модель глубокая, и то, что трассы очень разнообразные, интересные, да, много чего прикольного. Но все равно, ну, когда ты включаешь, да, ты едешь, ты не очень понимаешь, зачем тебе играть в эту гонку. Но это как раз отличная причина посмотреть, в общем-то, вторую часть нашего марафона, потому что мы расскажем, как наше мнение об игре менялось на ходу, да. То есть мы тоже сначала сели играть в сингл, потом поиграли в мультиплеер, и наше мнение, как и о сингле, так и о мультиплеере, кардинально поменялось. На этом все. Пока. Увидимся на www.игромания.ru.